Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас обзор Hyundai Creta 2016 года выпуска. Оснащен двигателем 2 литра на автомате. У него передний привод, всего лишь 2 владельца. По технической части автомобиль без каких-либо нареканий и вложений. Также у него имеется зимняя резина. Сейчас я вам ее покажу. Достаточно в неплохом состоянии. Также 2 покрышки в багажнике. Давайте посмотрим салон. Здесь вы можете заметить дверные карты, сиденья, потолок. Все в отличном состоянии. Также имеется обогрев задних сидений. В передней части автомобиля также все в отличном состоянии. Можете посмотреть пластик, кнопки, сиденья. Автомобиль как новый, можно сказать. Комплектация автомобиля очень хорошая, имеется обогрев передних сидений трехступенчатый, обогрев заднего ряда, обогрев рулевого колеса, помощь при спуске с горы, коробка-автомат, как я уже говорил, климат-контроль, штатная мультимедиа с блютузом, с экраном, кожаный мультируль, не затертый, также имеется датчик света, курсовая устойчивость, электрообогрев лобового стекла, естественно, полный электростеклопакет, электрозеркала, 4 стеклоподъемника, блокировка стекол. Сейчас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег составляет всего лишь 134 тысячи километров. А если вас заинтересовал этот замечательный и надежный кроссовер, приезжайте к нам в автосалон столицы, он находится на Песочной 48. Записывайтесь на тест-драйв, посмотрите автомобиль вживую. Также можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения, до свидания.